Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас новый месяц мая наступил, и за первый день я получаю 4 миллиона древесины. Окей. Так, ой, драконослы. Такие маленькие, прикольные. Интересно, как это будет выглядеть? Целой армией осликов этих играешь? Не знаю. Так, ну что у нас тут интересного? Давай, во-первых, посмотрим, что мне принес Беззубик. Мы с тобой копим флаги, как ты помнишь, да? Да, именно вот эти вот. И очень хорошо, что он принес мне 2 плюс 28 рун. С вашего позволения, я, наверное, его сразу же отправлю еще на поиски, потому что, ну, флагов нам нужно этих очень много. Так, зеленая тень, давай, продолжай свои поиски. А нам нужно выбрать вот здесь. И, наверное, я опять отправлю его в самый дальний край. Урон у нас с тобой 454 штуки. То есть 10. Друзья мои, еще 10 вот этих флагов. Будьте неладны. За 89 рун я его, короче, отправил, ребят, в путешествие. Давай посмотрим, что у нас тут. Отказываемся от этого выгодного предложения, по его словам, и обмениваем просто на древесину здесь. Отлично. Так, сразу же находим с собой цветок, который здесь где-то должен лежать. Вот. Прекрасно. Каждый день по цветочку, и, возможно, мы с тобой успеем все-таки получить в награду это яйцо. Так, этот просто у нас получил уровень. Так, а вы, ребятушки, будьте добры мне отдать все, что насобирали. Да, лохань у нас полностью забита. И это хорошо, это радует. Давай, родной, лети. Так, ага, с рыбой у меня, ребята, все. Все забито, ну, типа того. Давай мы, наверное, с тобой откроем пак. Вот этот вот шторморез, громобой. И все? Мне кажется, скоро они будут мне вообще одного дракончика давать с таким успехом. Что это за дела? Так, давай посмотрим по событиям. Есть что-нибудь? Нету, друзья мои. Значит, сегодня будет просто аренушка. Но на самом деле я очень жду. Но мне кажется, это, наверное, будет вот после вот этого вот события, да? Уже будет доступно какое-то, я не знаю, испытание или событие. Здесь пока у нас с тобой идет глобальная стройка. Как ты видишь, четверо суток еще будет клепаться. Это очень долго, на самом деле. О! Так, ужасное чудовище. Получает 69 уровень. И я его дальше хочу прокачать. Пускай летит. Скалотряс. Скалотряс, ты какой уровень там получил? 46-й. Давай мы тебя дальше отправим прокачивать. Так, подожди, мы с тобой... Вот. Крылатый ужас. Пускай летит, тоже тренируется. Так, у этого 85 уровень. Давай, давай, нечего там засиживаться. Лети, ищи. Так, древесину заберем. Блин, креветок, по-моему, больше всего нам приносит с тобой рыбы. 12 миллионов в данный момент. Это очень-очень замечательно. Так, у нас с тобой есть еще местечко в нашей лазейке. Давай посмотрим. Да, еще есть. Еще есть. И кого мы с тобой можем отправить на прокачку? А, секунду. Мы с тобой как делали? Мы высматривали дракончиков, которые готовы прокачаться, да? А дракончики эти мы смотрим, знаешь, где? На арене. Мы с тобой выбираем вот здесь. Смотрим, у кого здесь больше всего энергии. Например, злобный змеевик, громоль защитник может прокачаться, громорок. Так, крылатый ужас мы с тобой уже прокачиваем. Лаварыга я не хочу. Можно, в принципе, вострозуба. И либо душителя. Так, во-первых, его нужно поставить нам на карту, да? Это душитель. Душитель. Так, а у меня место-то есть? Куда его? О, с местом, по-моему, ребят, беда у нас с местечком. Что вот тут надо? Почему я не могу соединить эти земли? Валуны вот эти не могу убрать. Почему? По какой причине? Вот объясните мне. Ладно, парящий прихвостень. Давай, иди обучайся. Костолом защитник. Да пускай тоже идет, наверное, обучается, ребят. Потом уже тогда с тобой займемся этим прекрасным делом. Именно прокачкой, я имею в виду. А сейчас давай откроем пак. Первый у нас идет бесплатный. Так, монетки Одина. И загадочный набор. Кревет, душитель, лаварык и немножечко ресурсов. Ой,
Тайфумеранг. Так, ну он у меня есть, поэтому я его отпускаю. Всего-то 60 тысяч рыбы. Кто-то мне сказал: Рэй, зайди, типа, в ангар и убери двойных драконов, которых у тебя очень много. Как тут, ребята, блин, понять, каких у меня много и каких у меня мало? Ну вот как ты это сделаешь? Крылатый ужас, по-моему, у меня здесь где-то есть уже, да? На прокачке стоит один. Или нет? Как-то немножко неудобно. Может, вот так вот оно будет? Они будут показывать двойников, ну, как бы дубли, или нет? Не пойму. Это первую... Ну, вот так вот здесь смотреть, нифига, ребят, не показывается. Шторморез у меня третьего уровня здесь. Вот как вот? Как ты вот поймешь, сколько у тебя двойников, сколько не двойников? Убери, говорит, лишний. Как я их уберу? Как мне понять, сколько их одинаковых? На каждого кликать и смотреть, ну, это замучишься так подчищать, если честно. Так, ладно, забираем с тобой 5 рун. Здесь 30 вымпелов. И что у нас тут? Еще 50 вымпелов. То есть еще, грубо говоря, соточку вымпелов мы нашли. А нам не хватало с тобой... Сколько там не хватало? Ну, смотрите, ребята, буквально тысяченочку еще, тысячу вымпелов, и мы с тобой приобретем брюхоглота. Это у нас премиальный дракон. И все вы меня пугаете этим железом. Рэй будет дальше сложнее, чем ты можешь себе представить. Рэй там то все 5-10. Ребят, я понимаю, что будет все сложно. Ну и что вы мне прикажете? Бросать игру, что ли? Давайте бросим игру. Вот так вот. Играли в нее, блин, полгода и забросим ее. Потому что, видите ли, там дальше будет сложно. А в какой игре не сложно, вот ты мне объясни. В любой, ребят. Единственное, что нам упрощало жизнь, это что? Это драконьи наездники. Понимаешь? Вот и все. Сейчас у меня кончился этот премиальный пак. И, как говорится, мы своими силенками пытаемся. Да, тяжело, ребят. Ну, а что поделать? Вот приходится таким вот делом заниматься. Так, ладно. А мы с тобой еще не посмотрели один пак. Конечно же, рекламный. Монеты Одина получили. Дальше у нас идет сам пак. Шипорез, душитель, древоруб. Ну и ресурсы. Я единственное не могу понять, почему у меня до сих пор не открыт шипорез. Он же уже должен быть, по идее. По всем канонам событий он уже должен у меня появиться. Но нет. Его у меня нету. Хорошо, давай думать далее. Здесь мы вроде бы как все с тобой сделали. Все, что могли, мы получили. Единственное, чего мы сейчас с тобой должны ждать, это прокачки нашего зала совета. Как только он прокачивается, наша деревня, ты сам понимаешь, да, начинает расширяться, преобразовываться. В общем, становится круче, круче и круче. И это большущий плюс как для нас, так и для наших ребят-дракончиков. Ну что, здесь все, что я мог, я сделал. И остается нам с тобой пойти на арену и выбить, так сказать, вот эти два пака вождя, в которых можно с маленьким шансом получить элитного дракона. Даже не то, что получить, а я бы сказал бы прокачать. Ну что, поехали. Начну, пожалуй, вот с этого сморчка. Ага, ужасное чудовище начинает выпендриваться. Ну, естественно, красные бьют зеленых, зеленые бьют красных. Но тут... Тут сарделька... Ну, хорош! Так, ребят, по-моему, сейчас кто-то что-то сделает очень-очень противно. И я боюсь, что это будет... А если мы вот так сделаем? Блин, фигня, да? Или стоит? Стоит он того? Или не стоит? Давай сделаем. Надеюсь, все-таки... Сарделька, что ты будешь делать? Блин, значит, этот добьет. Этот ханорик добьет своим суперударом. Я боюсь, сейчас гипноз будет очень паршивым. Так. Ну. Что у нас с тобой есть интересного осталось? У нас есть трындец. Неужели уничтожит? Секунду. Если я вот так вот бомбану,
Давай сделаем. Замечательно. Я думаю, с сарделькой мы справимся. Главное уничтожить нам все-таки ужасное чудовище, которое выделывается, выпендривается просто-напросто. Ну ты куда лезешь? Ну естественно, куда же еще может эта пакость пойти? Так. Добьют, конечно, добьют, ребята, мне штормари. Тогда спасибо большое. Спасибо тебе огромное, сарделька, что ты вот так вот снизошла и не стала убивать мне штормореза. Большое тебе спасибо. И до свидания. Так, ребят, первая победа. Очень хорошо. Ну, смотри, что у нас здесь. Ох, ёк-макарёк, друзья мои, два шипореза. Они переборли это, а? Два шипореза. Причем один 16 уровня, другой 14. И причем они синие. Ну, синие в плане того, что я имею в виду, они проворство такого класса. Сейчас будет бобо. Ать. Смотри, как они бомбят, ребят. Ну, это перебор, вот как вот по мне. Имбово так бить, ну, это уж, извините, слишком мощно. Так, что мы можем с тобой сделать? Мы можем их заморозить. Если, конечно, получится заморозить. Нет, заморозка отменяется. Поехали. Этот оглушенный плюс с пониженной броней. Что-то, мне кажется, здесь плохи наши дела будут. Наши дела здесь будут плохи. Давай еще раз. Этот со своим гипнозом, блин, вшивый шитик, а. По-моему, все, доигрались мы. Но все равно я этого прихвачу, да? Да, ребят. Хотя бы двух драконов я все-таки урвал. Ну, а здесь, естественно, с разбега сейчас он уничтожит. Промахнулся? Да ладно. Да ну. Это что-то, ребят. Нет, конечно, хорошо, но. Но я его все равно победить не смогу. Ты уж извини, но. Но никак. Все, сейчас добьет. Ну, чему быть, тому не миновать, ребят. Я пытался. Просто извини меня, два шипореза, которых они воткнули сюда с эффектом вот этой вот немоты. И ты видел, сколько они отнимают хп? Это ужас. Так, а здесь у нас что? Громорог. Так, парящий прихвостень. Начнем, наверное, с него именно, с прихвостня, потому что, ну, все прекрасно понимают, что его массовая атака огненная больно ужасно. Так, громорог не бафает. Так, этот что делает у нас? Что ты там задумался? Ха-ха-ха, нуб. Давай сделаем вот так с тобой. Добивочный. Все. У нас парящего прихвостня больше нету. Они все, ребят, стараются уничтожить мне штормореза, да? А мы вот так с тобой сделаем. Четенько. Давай сюда, наверное, ударим. Так, сейчас они вдвоем сходят. А что это они вдруг переключились на кривоклык? Странно. Тут бомбили-бомбили мне штормореза. Вдруг что-то на них снизошло. Ради бога. Опа, и все. И нет дракончика. А этот пужанулся, видно, сразу, ребят, начинает в панике. И давай-ка мы его, наверное, уничтожим. Тут все довольно легко и просто, отлично. Ну вот он и пак вождя. Давай смотреть, что нам здесь выпадет. Кревет, ужасное чудовище, плюс лаварык и шепот смерти. Древоруб. Ага, костолом дикарь и барс и вепрь. Три карточки. Вау. Пещерный скалотряс, друзья мои. Две карточки, это круто. Две карточки, то есть еще три. И мы с тобой сможем прокачать его на 10-й разряд. А 10-й разряд, это уже что-то. Это будет очень мощные атаки. Ну что, друзья мои, а мы с вами отправляемся за вторым паком вождя. Слушай, там дали нам двух. Блин, двух драконов 16 уровня. И один из них, по-моему, да. Вот именно этот сыч. Спасибо, что ты промахнулся. Блин, почему у него такая атака слабая, а? Вот вроде бы хороший дракон. Все,
Ну, атака слабая, здоровый, по идее, должен бомбить, я не знаю, пуще прежнего. Но не шиша. Этот мелкий, его еле видно, под микроскопом не разглядеть. Ну, бомбит чертовски. Ой-ой-ой-ой. Вы что же делаете-то, а? Изверги. Что, я спрашиваю, вы делаете? Так, нам надо этого хлопца уничтожить. Ты уж извиняй. Ну, почему не кританул, парень? Ну, ну как ты так, а? Как ты так обделался? Не понимаете? Все, друзья мои, поехали. Подожди. Засранцы. Его надо уничтожать, потому что следующий ход именно его должен был быть. Но не в этой жизни. Так, а эти, смотрю, оборзевшие, да? Понизили мне везде атаку. Ага, смотри. Синие, 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 синие. Понятно. Я тогда сделаю вот так. Я сделаю вот так, а буду бомбить синего. Так, давай разбег, пожалуйста, свой. Да-да-да, молодец, спасибо тебе большое. Бумс. Как раз то, что я хотел, то и, ребята, я и получил. Здесь вот так вот сделаем. И... добивочный. На тебе. Кусь-кусь. Так, дальше опять разбег. Но здесь мы уже переживем этот удар. У нас все-таки... Он еще и промахнулся. Ну, тогда ты полный нуб. И за это будешь наказан. Все. Все, ребята. Продолжаем драки. Так, здесь у нас тоже, друзья мои, два дракона 16 уровня. Парящий прихвостень. Блин, вот ненавижу, когда вот так они делают. Блин, я, наверное, вот все-таки буду бомбить вот этого. Парящий прихвостень наносит... Твою налево. Он наносит, ребята, урон. Но он не делает там какую-то немоту или еще что-нибудь. Поэтому начинаем именно вот с этого. Ну что ты там... Твою дивизию. Они хотят мне его разобрать, верно? Конечно, хотят. Конечно, хотят и будут, и, наверное, скорее всего, разберут. Ладушки, я вас услышал. И не говорите о том, что я вас потом не предупреждал. Сейчас, друзья мои. Так, два раза сходят они. Этот боюсь сейчас зажарит, наверное, нас, да? Но мы выжили. Мы с тобой выжили. Естественно, сейчас идет заморозка. А, прихвостень отдуплился. Тем паче. Бобо. Бобо, ребята. Сжег. Слушай, а мы один на один с ним справимся? По идее, должны. По идее, ребята, должны мы справиться с этим пристеголовым. У него, по-моему, нет отхила или есть? Я вот не помню. По-моему, нету. Но вот то, что он мне понизил атаку, это не есть гуд. Хотя все, ему крышка, ребят. У меня заморозка, я его сейчас... В плане, ты второй раз ходишь. Ты оборзел, что ли, а? Все, успел. Вот это меня раз... вот это меня просто вымораживает, когда драконы ходят по два раза. Причем сразу же. А здесь у нас все три дракона 16 уровня. И начнем мы с тобой с шипореза. Да-да, именно вот с него. И нам нужно успеть до того, как он сделает свою суператаку. Именно... немоту. И я думаю, что у нас должно получиться. Блин, единственное, что, конечно, у нас тут... Или нет, должно получиться. Он, наверное, добьет меня сейчас, конечно. Или это сейчас фаерболы своих, да? Ну, конечно, ну куда же ты, гаденыш, без своих фаерболов-то, а? Естественно, никуда. Блин, как он меня бесит. А он меня бесит именно тем, что у него, ребята, есть вот понижение атаки. Ты понимаешь, у меня... Он и так-то фиг знает, как бьет, ребят. Так этот еще и понижение делает. Сейчас попробую я вот этого ханорика разобрать. Разобрать. Что-то мне подсказывает, что меня сейчас разберут здесь. Люто. А, жесть какая-то. Еще и пониженная... Нет, не получится. К сожалению, ребят, но не получится. Я попытался. Они бы еще по 30 раз бы ходили друг за другом. И было бы вообще жесть. Ну, вот что ты мне прикажешь сделать? Ну, я его ударю. Ну, сейчас он фаерболом мне влепит по щам. Отнимает очень много здоровья, как ты видишь.
Если я его даже если бы хотя бы заморозка восстанавливала половину того здоровья, что тратится именно на заморозку, может быть, и был бы шанс. Или хотя бы если бы я был одинаково с ним уровня. Но тут в 5 левлов это никак. Это никак, ребят. Проиграл, короче, я здесь. К сожалению. Ну что, забираем с тобой пак вождя. Шторморез, древоруб, громобой, водорез и беззубий, который 100 лет мне не выпадал. Приятно, приятно получить карточки на беззубика. Так, ребят, ну что, забираем с тобой 10 рун. И все, наверное, да? Так, а что ты сидишь? Давай быстро за рыбкой лети. Да, мы сегодня с тобой заработали 2 пака вождя. Как ты видишь, пак хороший мне не выпадает. Обычные паки пока лезут. Но это ничего страшного, друзья мои. Моя главная задача — дождаться, чтобы у нас улучшился зал советов. И все. Ну а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.